Добрый день, дорогие друзья! Чуть подальше, наверное, я отодвинусь и так вот сделаю. Ну что, давно мы с вами не виделись, меня зовут Вера, и сегодня мы говорим на тему подарков. Впереди у нас целая череда праздников, впереди у нас и 14 февраля, День всех влюбленных. Кто-то этот день отмечает, кто-то нет, но уже такой аромат радости, такое настроение влюбленности в это время в воздухе витает, что сложно не поздравлять свою вторую половинку, тем более, когда друзья друг друга поздравляют, я имею в виду семейные пары, и вы так уже по их примеру тоже начинаете друг друга поздравлять. В любом случае, лишний повод для того, чтобы сказать друг другу приятные слова и сделать друг другу приятные подарки. Ну, пока мы здесь все собираемся, я предлагаю посмотреть один ролик. Вы его уже видели, но, во-первых, он создает определенное настроение, а во-вторых, мы потом логично продолжим. Ионов огней мегаполиса. Среди тысяч лиц только она, ее взгляд, ее улыбка. И ее незабываемый аромат. Аромат счастья, свободы и бесконечной любви. Среди сотен прохожих только он. Его сила и его неповторимый аромат. Аромат бодрости и энергии. Они созданы, чтобы быть вместе. Они созданы, чтобы подчеркивать индивидуальность друг друга. Ароматы Тианде. Для нее. Для него. Насладитесь королевским ароматом роскоши. Изысканная коллекция во всех бутиках красоты и здоровья корпорации Тианде. Ну что, мы на связи? Видно меня, слышно ли меня? Пожалуйста, ставьте плюсики. И будем начинать наш разговор. Да, у нас тема сегодня и 23 февраля, подарки на 23 февраля, и подарки на 14 февраля, и, конечно же, подарки к 8 марта. Но если на 23 февраля, несмотря на то, что это такой праздник не чисто мужской по нашим впечатлениям, по нашим знаниям, но по эмоциям это, конечно же, такой праздник, когда мы поздравляем в первую очередь мужчин, как наших защитников, как те, за кем мы, как за каменной стеной. 14 февраля мы поздравляем только свою вторую половинку. Ну, а когда речь идет про 8 марта, то здесь мы поздравляем всех милых дам. И здесь уже так сложилось, что очень часто женщина, мужчина дарят тюльпаны и какие-то подарки, а женщины женщинам дарят мелкие сувениры, крупные сувениры, одаривают всех своих коллег женщин, всех своих подруг, всех близких родственников. И с одной стороны, это такая своеобразная, такая интересная традиция, а с другой стороны, опять же, ну почему же не сделать приятное хорошему человеку, правильно? Правильно. Ну, начнем, наверное, с 14 февраля, и это день, когда мы дарим подарки только своей второй половинке, и здесь ароматы Royal Scent, они такие элитные, они дорогие, и они статусные, и они показывают, насколько вы хорошо, насколько вы трепетно и насколько с таким с любовным, приятным чувством относитесь к своей второй половинке. Они очень такие солидный подарок, духи, парфюм, тем более, что на них действует акция. Ну и можно, помимо Royal Scent, мало ли, может быть, для дочери уже взрослой, еще один наш вариант подарить, конечно же, Essence. Согласны со мной? Я думаю, что да. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Движемся мы с вами дальше. И переходим вот к такому подарку. Ну, это, знаете, для самых близких. Конечно же, Волюпта Плюс для женщин, но не всегда и не факт, что это только для женщин. Это и для женщин, и для мужчин. И Саше, ароматное дыхание любви.
такой вот интересный комплект. Вы помните, что при покупке двух упаковок Сорше в подарок. Воспользуйтесь акцией, и своему любимому человеку вы можете подарить только, или девушке наоборот, но это только вот в самых близких когда отношениях, одну упаковку, или, допустим, Саше, а вторую упаковку подарить близкой подруге. Но почему нет? Это приятный, милый презент, и как знак внимания, ну, смотря в каких вы отношениях, близкая подруга точно поймет и оценит. Еще один вариант подарка, он может быть как самостоятельным подарком, как подарком для девушки, так подарком и для ребенка в том числе. Конечно же, наш лавандовый мишка, нежные объятия, назвали мы этот подарок. А, ну, не знаю, со школьных времен что ли повелось, что мальчики девочкам дарят мягкие игрушки, и это период, вот эта игрушка, это ассоциация не только с детством, но это вот романтическая влюбленность, такая подростковая с мягкими игрушками. Но, вы знаете, что наш лавандовый мишка – это не просто приятный сувенир, что внутри у него лаванда, самый настоящий, а этот запах, он умиротворяет, расслабляет и дает такие приятные эмоции. В общем, это такой подарок символичный, приятный, используй для нашей нервной системы. Ну, есть еще варианты, что же можно подарить мужчинам. Ну, например, на 23 февраля. Что мы обычно дарим мужчинам? Точнее, это уже такой стал стереотип в нашем обществе. Ну, ничего страшного. Это что? Это средство для бритья и носки. Чем мы хуже? Да ничем. Вот такие два набора предлагаем вам. Вечная классика и вечная классика мини. Ну, как вы видите, носки с точечным нанесением турмалина, конечно же, крем для бритья и средства после бритья. Ну вот, вечная классика, это у нас такие три продукта, а вечная классика мини, он будет, конечно же, и чуть дешевле. Но помню, что у нас здесь есть представлены, да, цена указана у нас как цена в каталоге, то есть та скидка, которая есть у вас лично, она, вы можете добавлять ее, ну то есть, примерно, это цена каталога с учетом акций. Понятно, думаю, да? Слайды такие очень нужны. Где взять? Ну, во-первых, можете делать принтскрин экрана, чтобы они у вас оставались. На самом деле, чем хороши вебинары? На вебинарах это такая привилегия получить информацию с первых уст. Я не могу гарантировать, что эти слайды появятся у нас, допустим, в социальных сетях, но, может быть, если будут просьбы, то мы, по крайней мере, об этом подумаем. Так, движемся дальше. Если есть какие-то вопросы, может быть, с ваши встречные предложения. Но есть у нас еще средства. Супермен набор. Тоже для мужчины. И здесь, видите, у нас такой уже более весомый арсенал. Это у нас гель для душа. Он создан со всеми особенностями мужского организма. Он у нас серебром, а вы знаете, что мужчины потеют сильнее, чем женщины, и они потеют в том числе и ночью. У них достаточно ярко выраженное потоотделение. А причина неприятного запаха – это бактерии. Точнее, бактерии, когда они соединяются с потом. Сам пот не пахнет, к счастью. И вот благодаря серебру, коллоидному серебру, у него повышаются его бактерицидные свойства. У геля для душа для мужчин то, что нужно. Крем для бритья. Ну, тоже здесь такой момент классический. Бальзам после бритья. Ну, и как такой дополнительный и очень важный аксессуар – японская мочалка полотенца. Чем она хороша? Ну, во-первых, она подходит и мужчинам, и женщинам. Она долговечная, она быстро сохнет. Ее очень удобно взять с собой, она занимает мало места, например, если мужчина часто едет в командировки, для него это будет отличное подспорье. Во-первых, мало места занимает, во-вторых, очень быстро сохнет. В-третьих, у нее еще есть такое замечательное свойство, она экономит расход моющих средств, потому что отлично вспенивает все. Вот благодаря такому плетению волокон все эти моменты учтены, поэтому японская мочалка полотенца, она это изобретение японцев, что логично, и в 60-х годах вот, уже закончились их изыскания на тему того, как же усовершенствовать
эту мочалку, и они пришли к выводу, что вот такого плана, такой фактуры плетения волокон идеально подходит для того, чтобы идеально очищать кожу. И с того момента практически ничего в японских мочалках, полотенцах не менялось. Это о чем-то договорит, о том, что, в принципе, пришли к такому хорошему варианту, идеальному варианту. Вариант еще одного набора для мужчин – Superman VIP. И здесь вы видите, что у нас добавляется, ну, мы поменяли здесь средство бальзам после бритья, и добавили воду Royal Scent. А это она уже сама, такой хороший, дорогой подарок. Но если вы хотите тут уже максимально такой обширный, красивый, дорогой подарок мужчине, то вот Superman VIP – отличный вариант. Помните, да, что цена набора указана согласно каталогу и тех акций, которые есть на продукты. То есть и ваша личная скидка здесь не учитывается. Ну, на слайдах. Для себя вы понимаете, что для вас это будет стоить еще дешевле. Ну что, больше у нас вариантов, конечно же, для женщин. Ну и, а почему нет? Почему нет? Тем более, что если мы говорим про 8 марта, например, как праздник, то здесь нам действительно нужно всех одарить, от соседей до близких родственников. Всех. Всем сделать приятное, всем сделать такие подарки. Смотрите, фруктово-ягодное ассорти. Как вы поняли, у нас подход такой, потому что ни подари из ассортимента Тиандэ, это будет всегда очень эффектно. Ну, как в любом случае, как на любой праздник, по любому поводу, подарки, которые касаются как средства гигиены, зубная паста, например, гели для интимной гигиены, это, конечно, не подарок, но только в том случае, если вам человек уже сам об этом сказал, то может быть. Здесь мы собирали еще подарки таким образом, чтобы они были где-то вам экономически выгодны, например, если это продукты, участвующие в одной акции, и на несколько наборов их распределить, и тогда вам будет это еще и выгодно. При этом наборы будут выглядеть очень и очень эффектно. Второе – это такая концептуальная особенность, чтобы они были связаны тематически. Вот здесь у нас, смотрите, фруктово-ягодное ассорти. Соль для тела, клубничный шейк. Вот сколько бы подарков, кому бы я ни делала, я всегда как такой дополнительный приятный акцент кладу наши соли для тела, которые в пакетиках, для того, чтобы человек попробовал, понял, насколько ему нравится этот продукт, и все всегда остаются в восторге. Можно, конечно, добавить и в ванную, для того, чтобы она стала полезнее и приятнее, но мне, например, больше нравится использовать ее как скраб для тела, и многим тоже нравится использовать как скраб для тела. Поэтому можете здесь свои личные такие рекомендации давать. Лимонный пилинг. Ну, вы знаете, наши пилинги-скатки, они отличаются тем, что они очень бережно относятся к коже лица. Они не травмируют кожу лица, а очищать кожу лица нужно всем. Просто умывания ежедневного недостаточно, потому что периодически, хотя бы раз в недельку, всем нужно кожу лица очищать. И если есть какие-то более такие агрессивные, что ли, методы очищения. То, что касается наших пилингов, то они очень нежные, очень мягкие и понравятся тем, кому вы подарите. Крем для рук тропический нони. Видите, у нас такая фруктово-ягодная история. Ну, кремы для рук, вообще средства для ухода за руками. Эта история подарочная отличная. У нас есть наборы средств для ухода за кожей рук. Бразильский банан, например. И эти наборы тоже как самостоятельные подарки могут быть, и они прекрасное такое дополнение. Либо как основной подарок, либо как дополнение выступает, потому что средства для рук, они универсальные. Они вот действительно подходят абсолютно всем. И даже если у человека есть весь арсенал средств ухода за руками, то дополнительный крем, который можно положить в ящик рабочего стола, он никогда лишним не будет. Бальзам для губ вишня. Вишневый аромат, приятный. Ну и в зимнее время года в каждой куртке, в каждой шубе, в каждой дубленке, в кармане каждой, любой верхней одежды должно быть по бальзаму, в каждой сумочке, потому что ветер, погода, снег, холод –
должны быть наши губы всегда ухожены и защищены, самое главное, от обветривания и от непогоды. Потому что знаем, что кожа губ, слизистая губ, она сама себя защитить, к сожалению, не может. Лилия пишет, что летом и весной нельзя пилингами пользоваться. Лилия, нельзя пользоваться химическими пилингами, глубокими пилингами, теми пилингами, которые вы пользуетесь у косметолога. Не рекомендуется использовать пилинги, когда вы отправляетесь на какой-то отдых, где в течение нескольких недель будете под открытым солнцем. Но за какое-то время до этого, за неделю, например, до отпуска, где активное солнце будет, пилингами даже стоит попользоваться для того, чтобы и загар равномерно лег, и все было с вашей кожей замечательно. Летом и весной можно пользоваться пилингами, просто все и всегда нужно делать с умом. Так. А наборы будут в весеннем каталоге. Ольга, совсем скоро у вас будет презентация весенних каталогов, и там тоже будут разные сюрпризы, но что касается наборов, это наши вариации, наши предложения, наша фантазия на тему того, какими могут быть подарочные наборы. Здесь цена подарочных наборов указана как цена каталога плюс те продукты, которые, на которые действует акция. Здесь акции тоже учтены. Цена каталога плюс акция, которая действует на ряд продуктов. Не на все эти наборы действуют какие-либо акции, но мы старались сочетать. Еще один набор «Шарлотка», потому что он такой яблочный, он такой коричневый и очень приятный. Гель для душа, но он вот, наверное, как и средство для рук, как и кремы для рук. Гель для душа тоже приятный, достаточно, то есть нельзя сказать, что это мелкий сувенир. Нет, гель для душа тоже такой полноценный подарок самостоятельно. Но если он еще в наборе, например, бальзам для губ яблока, а шарлотка это у нас запахи корицы, запахи яблока, такое приятное, приятное чувство, да, дают. Мочалка спаваришка такого яблочного красивого цвета. Ну вот такой набор, три средства. И смотрите, цена у него, это цена по каталогу, помним, да, 676 рублей получается. Очень приятно. Еще один набор, чайная церемония. Ну, здесь мы, конечно, отталкивались от того, что чай, чайная церемония. И соль для тела, зеленый чай, плюс чай с нежной мятой. Цена такого наборчика получается 652 рубля. Очень эффектный и очень такой милый, полезный. Из всех, наверное, вот сколько кому я какую-либо соль не дарила, наверное, соль для тела зеленый чай у многих моих знакомых и друзей просто фаворит, они в нее влюблены. Движемся дальше. Смотрите, набор еще, если его так расширить, то получится у нас чайная церемония люкс. Здесь мы добавили шампунь, зеленый чай и гель для умывания, тоже зеленый чай. Ну и соль для тела и чай с нежной мятой. Вот такой чайный набор получается, интересный и приятный. Дальше мы идем, и уже в этом наборчике тоже такой, он небольшой, но представляете, здесь вот 4 средства, каждое из которых такое приятное дополнение друг к другу, потому что они все с лавандой, лавандового цвета, например, да. Сюда же, к этому набору, он стоит 585 рублей, по идее, ничего не будет странного, будет даже очень красиво и классно, если добавить нашего Мишку лавандового. Представляете, такой набор, у него в ручках, в лапках могут быть эти средства. Натуральное мыло ручной работы лаванда, силиконовый спонж для умывания и массажа лица, лак для ногтей лавандового оттенка и солевая ванна для ног лаванда. Такой милый, приятный наборчик, 585 рублей. Помним, да, что это цена каталога.
И плюс те акции, те фиксированные цены, которые сейчас есть на эти продукты. Движемся дальше. Еще один вариант подарка. Ну, назовем этот подарок «лучшая подруга». Вот лучшие подруги, такие подарки дарить можно. Но вот именно лучшие подруги, которые вы желаете всего самого замечательного, и при этом дарите такой отличнейший подарок. Антицеллюлитный гель-липолитик плюс крем-стимулятор для совершенства бедер. И слим-гель для душа Citrus Aroma в подарок достается. Помните, вот такая вот акция. То есть так бы этот набор стоил 1602 рубля, а благодаря акции он стоит 1169 рублей. Но классно же. Классно. Вот такой вот набор подруга точно оценит, потому что все хочется, а как-то вот на все-все-все бывает, что и кто-то может пожалеть. Вот чтобы не жалели, понимали, как это все вместе в комплексе эффективно работает и поддерживает работу предыдущих средств, вот это классно. Дальше набор, это вот, хотелось бы сказать, что для самой-самой лучшей подруги, но он будет называться у нас так, более лаконичная идеальная фигура. Здесь входят те же средства, что и в предыдущем наборе. Здесь у нас антицеллюлитный гель-липолитик, крем-стимулятор для совершенства бедер, плюс слим-гель для душа Citrus Aroma. Ну а также добавляется сюда слим-чай фруктовый, для того, чтобы изнутри организм тоже хорошо воспринял перемены. И роликовый массажер для тела, потому что наше похудение – это не только сокращение питания, это не только качество кожи, это еще и отличнейший лимфодренаж. Чем лучше лимфодренаж, тем у нас лимфа по организму быстрее бегает. А бегает она на нас и так от природы не очень быстро, не очень лихо. Если есть какие-то застойные моменты, отечность или просто проблема со здоровьем, то она и вовсе пешком там ходит у нас лимфа. Вот если ее разгонять, Лилия, эти наборы действуют, вот где вы хотите, там они действуют. Эти наборы вы можете составить самостоятельно. Это просто наше вам предложение, что вот такие наборы можно составить. То есть мы открыли точно так же, как и вы открыли каталоги, мы открыли сайты и подумали, как эти продукты между собой и по какой концепции можно использовать. Если вы посчитаете, то мы, да, здесь у нас указана цена набора, но если вы посчитаете, то это цена каталога на каждый продукт, либо плюс акция, как, допустим, в данном случае. Мы здесь антицеллюлитный гель-липолитик, плюс крем-стимулятор для совершенства бедер, и в подарок у нас слим-гель для душа от Citrus Aroma. Вот этот набор, он действует, на него действует акция, действует она для всех. Сюда же добавляется слим-чай фруктовый и роликовый массажер для тела. Ну, вот такой наборчик, как вариант. Еще один набор, он называется «Любимая женщина». Может мужчина подарить своей любимой женщине как на 8 марта, так и на 14 февраля. Дорогой, роскошный, универсальный, оценит любая женщина. Роскошный аромат Royal Scent и, конечно, наше замечательное, уже ставшее хитом средство DD, корректирующее средство Кушон. Очень удобная, вы знаете, упаковка. Очень удобный футляр, приятно носить сумочки, легко поправлять макияж в том месте, где захотелось поправить. Не обязательно для этого полностью влиять на весь макияж лица, можно поправить те конкретные участки, которые вас беспокоят. Все в одном таком приятном футляре. И самое главное, что это DD средство, это средство умное, ухаживает и подстраивается под тон лица. То есть здесь сложно не угадать с тоном. Под тон подстроится, и такое оно универсальное. Но это действительно такой дорогой, эффектный подарок. Цена указана у нас как по каталогу. То есть мы помним, что у нас DD тональное корректирующее средство Кушон стоит по каталогу 1525 рублей, а парфюмерная вода для женщин Royal Scent, она стоит сейчас, благодаря акции, 1317 рублей, а была дороже. Ну, ее основная цена дороже. Движемся мы дальше. И набор визитная карточка. Ну, встречает нас по ручкам.
А где вы взяли скидку на акции? Ну, во-первых, они указаны в каталоге. Во-вторых, те изменения, которые есть, они приходят вам информационными письмами, если есть какие-то дополнительные акции. Так что смотрите и спрашивайте. Вся информация в открытом доступе. Ой, так, перескочила. Смотрите, набор визитная карточка нашей ручки, то есть уход за кожей рук плюс уход за кутикулы. Сюда входит вот набор, крем для рук Годжи Шамбала и масло для ногтей и кутикулы. Такой милый, приятный, эффектный наборчик. 536 рублей получится. Ну, движемся дальше. Еще один вариант. Помним, что у нас есть акция, где лак для ногтей, топ-покрытие для ногтей с гель-эффектом, диски для снятия лака, масло для ногтей и кутикулы. И смотрите, здесь какое наше предложение. Можно добавить сюда крем для рук солнечной оливки и сделать из этого два набора. То есть вы покупаете акционный, скажем так, набор, наборчик средств для ухода за ногтями по акции. 783 рубля получается. Ну, это только цена каталога плюс акция. И добавляете сюда солнечные оливки. И вот таким образом мы разбиваем крем для рук солнечные оливки плюс масло для ногтей и кутикулы. Вариант один. А второй лак для ногтей, топ-покрытие для ногтей с гель-эффектом и диски для снятия лака. Два таких интересных наборчика получится. При этом вы существенно экономите, а продукты, наполняющие ваш подарочный набор, они такие интересные. Бархатные ножки. Про бархатные ручки, про бархатные губки мы с вами прекрасно знаем. А бархатные ножки, ножки-то почему должны страдать? Да, конечно же, не должны. Солевая ванна для ног китайские травы. Крем для ног, сезам и мятное масло. И роликовый массажер для ног. Ну, здесь для такой весенней непогоды, перемены погоды, вот самое то. Ну, мы говорим, конечно, за те регионы, где зима – это зима, или такая зима – это осень. За эти регионы, там, где тепло, конечно же. Другая история. Но перед тем, как лечь спать, попарить ножки в ванночке для ног, использовать солевые ванны для ног – замечательно. То есть это активизация всех точек благодаря микромассажу, благодаря солям. Конечно же, после солевой ванны ножки нужно кремом смазать, чтобы ножкам было приятно и комфортно. Ну, а что касается роликового массажера для ног, так это вообще в любой ситуации, и зимой, и летом, и на работе, и дома, и перед сном, и после пробуждения замечательно работает, потому что мы помним, что наши уши, наши ладони, но в большей степени именно даже наши ноги, это проекция всего организма, там огромное количество активных точек, каждая из которых отвечает за наш организм, за какой-либо орган нашего организма. И если их проминать, если стопы свои разминать, вот именно по точечкам по этим проходиться, то это оздоравливает весь организм. И действует очень благоприятно. Вечером, когда наш организм уже все готов ко сну, когда прошел целый день трудовой или день отдыха, неважно, в общем, когда нам нужно спать, такой массаж нас расслабляет. С утра же наоборот. А то, что нужно нашему организму, то такой массаж и дает. С утра наоборот мы от такого массажа просыпаемся. Ну, еще такой набор совершенства кожи. Здесь у нас дидитональное корректирующее средство Кушон. Здесь у нас мицеллярная вода и масочка для лица. Маска может быть любая, это может быть и водоросли океана, и восточный гранат. В общем, маска-муляж, такое приятное дополнение. Ну, про дидитональное корректирующее средство Кушон мы уже говорили. Мицеллярная вода, чем она хороша? Тем, что она без остаточка снимает наш макияж, очищение, грамотное очищение кожи. Это залог ее молодости. И наша мицеллярная вода, это был один из первых продуктов, для которых я сама для себя в ассортименте Тианде открыла. Была приятно удивлена, потому что для меня это принципиально важный вопрос. У меня рыжие волосы, рыжие ресницы. И для того, чтобы убрать косметику, убрать тушь со своих ресниц, мне действительно приходилось тратить очень много ватных дисков с мицеллярной водой абсолютно разных марок.
Ну, это был все равно самый идеальный вариант, чтобы ресницы полностью очистить. Вот благодаря мицеллярной воде нашей, я поняла, что буквально 2-3 ватных дисков мне достаточно, у меня просто идеально до скрипа чистые ресницы. Поэтому, если мицеллярная вода, то наша. Вариант еще одного подарочного набора «Морской бриз». Ну, роликовый массажер, он не маленький, он так на вашу стопу, если она у вас 37-38 размера, ну, но он не маленький, нормально, он побольше, чем тюбик. Больше, больше. Так, мы перешли к нашему варианту «Морской бриз». И здесь два средства из серии «Фукаидан». Это CC-крем. По аналогии, как у нас с DD-крем, это то средство тональное, которое и ухаживает за кожей, и тонирует кожу лица, и при этом оно универсальное, так как умное и подстраивается. Насколько CC-крем сразу полюбился, после того, как серия появилась в продаже, серия Фукаидан, он сразу полюбился и стал хитом продаж, а просто его восхваляли, его любили и его требовали все абсолютно. CC-крем, он себя уже зарекомендовал. Что касается бальзама для губ серии Фукаидан, то в этой небольшом флакончике огромная сила и мощь, особенно для людей, у которых губы часто обветриваются, часто трескаются. Там огромное количество масла ши в составе бальзама. Он лидер по содержанию масла ши среди всех продуктов в Тиандэ. Заживляет губки, ухаживает за губками, за слизистой, за кожей губ. И если особенно треснули губы уже, к сожалению, не удалось предотвратить, то способствует быстрому их заживлению. Еще благодаря тому, что там есть у нас масло ши, то его можно наносить и на кожу шеи. Алла Аникина, наш рубиновый директор и врач-косметолог, она вот как раз рекомендовала, говорила, что очень хорошо именно на кожу шеи наносить этот бальзам, замечательно работает. Сюда же, как такое концептуальное дополнение, мы добавляем маску для лица водоросли океана и соль для тела морские водоросли. Вот маска для лица водоросли океана, как и любая другая маска муляж, очень приятна для лица. И я рекомендую их хранить, вот я люблю маски муляжи, патчи наши хранить в холодильнике, потому что такой дополнительный лифтинг-эффект, он только улучшает действие, особенно с утра, когда проснуться срочно требуется, просто замечательно, уходит вообще любая отечность, и вы легче просыпаетесь. Ну, такой приятный, хороший, правильный шок для лица. Ну и соль для тела, морские водоросли, как мы уже говорили, как скраб, например, замечательно. Еще один подарочный наборчик. Опять же, если мы будем использовать акцию, то извините. Масло для ногтей и кутикулы, лак для ногтей, топ покрытие и диски для снятия лака. И добавить для всего этого еще и косметичку красную, то получится такой удобный органайзер для того, чтобы в косметичке это все хранить. Плюс эффектная упаковка, ну, такой запоминающийся подарок. И благодаря акции акция стоит будет наборчик 1025 рублей. Ну, классно же. Так, Лилия пишет, классная серия, пользуюсь, результат потрясающий. Очень интересный вопрос. Есения, Таисия. Как получать подарки? Это варианты того, какие подарки вы можете рекомендовать своим клиентам, когда они не знают, что подарить, и вы можете компоновать, потому что глазки от таких подарков разбегаются. Ну и сами тоже можете дарить своим близким людям, потому что у всех же уже есть какая-то устоявшаяся алгоритм, как формировать подарки. Может быть, здесь какие-то идеи новые, интересные для себя подчеркнете.
Да, Ирина, это здесь же это не вопрос такой жесткой структуры, это просто вариация на тему. Можно пилку для ногтей добавить? Да, можно добавить пилочку для ногтей, будет замечательно. Так, смотрите, совсем скоро у нас лето, но даже лето не лето, отпуск никто не отменял. Такие два подарочных набора «Солнечное затмение». Смотрите, сюда мы предлагаем включить молочко для загара с SPF фактором 30, плюс 3 бальзама «Талисман», как средство, которое будет ухаживать за кожей после загара или, не дай бог, после сгара. Но благодаря, конечно же, молочку для загара SPF 30, я думаю, что вы свою кожу максимально защитите. Чем хорош SPF 30? Да тем, что он отличается от SPF 50, например. Спрашивают такие вопросы, задают, что, ой, а у вас нет побольше SPF, чтобы не 30 было, а 35, или чтобы не 35 был даже, а 50. Вот на самом деле SPF 30 отражает 97% солнечных лучей, SPF 50 отражает 98% солнечных лучей. Велика разница? Мне кажется, разница невелика. 100% не отражает ни одно средство. 100% не отражает ни одно средство, это практически невозможно. То есть у нас здесь не действует тот же самый алгоритм, что SPF 30, например, в два раза лучше, чем SPF 15, а SPF 50 лучше, чем SPF 25. Нет, такого правила нет. Это на самом деле такой небольшой маркетинговый ход. Смотрите, ну и защищает наш крем как от лучей типа А, так и от лучей типа Б. Лучи типа Б – это то, что заставляет нашу кожу покраснеть, выдать моментальную реакцию, то есть это наша реакция на ожог. Лучи типа А – это фотостарение, это то, что мы не замечаем сразу, то, что многие-многие-многие годы может отражаться на нашей коже. И лучи типа А, они активны круглый год. Я не призываю вас использовать это средство для лица, например, зимой, весной, но летом, если вы будете находиться длительное время на активном солнце, то можно на лицо тоже его наносить. Что касается соли для тела, то вот видите, у нас здесь соль зеленый чай, такая в тубе, полноразмерный продукт, и соль для тела в пакетике, как в варианте солнечное затмение мини. Ну, это как средство, которое позволяет подготовить кожу, очистить кожу, подготовить кожу к хорошему загару. Вот такие два наборчика, тоже приятные, эффективные и концептуальные. Еще один вариант, если вы смотрели наши варианты новогодних подарков в декабре, то можете запомнить такой вариант подарка «Вау-эффект». Смотрите, сколько всего, а стоимость такого наборчика по каталогу, здесь даже еще без скидки, то есть по каталогу с учетом тех акций, 709 рублей. Здесь у нас и крем для ног, сезам и мятное масло. Здесь крем для рук, солнечные оливки, соль для тела, бодрящий лимон, целевая ванна для ног, лаванда, маска для лица, винотерапия, мыло ручной работы и бальзам для губ. И весь этот наборчик 709 рублей. Ну, такой прям правда вау-эффект. И вот с таких вот, знаете, акционных где-то просто полноразмерных, но не самых дорогих средств можно составить просто действительно такой шикарный большой набор, который будет стоить для вас не очень дорого. И в этом нет ничего плохого, потому что вы же хотите одарить как можно больше прекрасных женщин, правильно? Правильно. Еще на такие праздники, как 14 февраля, конечно же, наверное, дарят в первую очередь подарки только своим вторым половинкам. Но 8 марта цветы и для мамочек, и для доченек. Для доченек, причем таких уже еще даже очень маленьких. Для маленьких принцесс и юных красавиц вот такие вот у нас наборы. Первый у нас тоже акционный. Гель для душа. Ну, шампунь-гель для душа Baby Bamba. Плюс мочалочка и крем в подарок. Получается такой наборчик 626 рублей. Бальзам для губ малиновый щербет. Он дает легкий такой малиновый оттенок, плюс привкус малины. Ну и, конечно же, палочка такая волшебная, очень эффектно выглядит и нравится детям. Это, конечно же, парфюмерная вода Candy Heaven.
Вот такой волшебный магический набор, 715 рублей. Ну, можно, конечно же, объединить. Шкатулка с сокровищами такая получится. Представляете, глаза ребенка, который открывает шкатулку с сокровищами, а там у него и для губ помада, потому что бальзам-то он, конечно, бальзам, но раз там есть немножко хотя бы цвета, то для девочки это такой просто подарок. Вспомните себя маленькими девочками, как вытащить из маминого комода помаду, попробовать на себе, да, не попали по контуру, да, она ярко-бордовая, а вам всего 5, но счастье-то какое. Сюда же парфюмерная вода Candy Heaven, сюда же у нас шампунь, гель Baby Bamba и крем Baby Bamba. Ну и, конечно же, мочалочка приятная такая. Ну, и для молодых девушек, очарование молодости, набор средств Intop, и здесь у нас такой достаточно большой наборчик получается, да, большой, но при этом эффективный и очень эффектный. Гель для умывания, Intop, насыщенный лосьон, силиконовый спонж для умывания и массажа лица, увлажняющий крем для сияющей красоты кожи лица, гель для век, эффект сияющего взгляда, маска для лица, свидание во французском стиле, тональный BB-основа для лица. И все это, весь этот наборчик получается у нас 3183 рубля. Можно и такой очарование молодости мини. Сюда у нас в наборчик включена маска, гель для умывания и силиконовый спонж для умывания и массажа лица. То есть гель для умывания и спонжик, они в принципе идеальная пара, а после того, как мы лицо умыли, масочку, вот самый то. Поэтому такой он приятный, эффективный, но вы понимаете, да, что это каждое средство, ну, как сказать, дополняет. Даже в маленьком варианте, когда всего 3, например, или 2 средства, или 4 средства в наборе, они между собой замечательно дружат. Конечно же, есть варианты подарить декоративную косметику. Да, но здесь нужно понимать вкусы. Здесь нужно знать вкусы подруги, здесь нужно понимать ее колорит. И даже если вы не уверены на 100%, все равно какие-то моменты вы знаете. Туши для ресниц пользуются все, наверное, ну 99% женщин, которые я знаю. Ну да. Вот. Тушь для ресниц, мне кажется, он и как и помада. Наверное, такие самые ходовые продукты. Вот. На данный момент я скажу, могу сказать, что наша тушь для ресниц 5D, Galaxy Volume 5D, она просто фаворит. Потому что первое, что могу сказать, ресницы действительно удлиняет, ресницы действительно чуть-чуть подкручивает, не утолщает, нет эффекта таких лапок паука. То есть нет какой-то грязи и тяжести на ресницах. Вы можете подправлять. У меня обычно происходит как? Я левый глаз у меня уже практически как правый. И я думаю, еще пару штрихов. Смотрю, что у меня уже на левом глазу ресницы вот просто веером, а на правом еще не так. Думаю, на правом сейчас подправлю. И так на самом деле может происходить до бесконечности, поверьте, ведь я думаю, что вы и так тоже это знаете, что не с каждой тушью это возможно. Просто в какой-то момент тушь сдается, и она тебе все ресницы склеивает в один темный комок, и дальше с этим ничего сделать уже нельзя. Здесь совершенно другой вариант. Сюда же компактная пудра. Если вы используете какое-либо тональное средство, то компактная пудра, ее потом просто кисточкой делать такой рассыпчатой, для того, чтобы зафиксировать макияж. Карандаш для бровей. Ну, здесь тоже, знаете, продукт, который сразу полюбился, сразу стал хитовым, потому что очень удобен в использовании, потому что щеточка помогает корректировать то, что вы нарисовали, потому что карандаш рисует как по волосинкам, так и по коже, но не делает четких границ. То есть смотрится все достаточно естественно, цвета тоже очень естественные. Поскольку есть в составе воски, то форма бровей тоже корректируется, то есть можно у кого густые брови
так форму держать, придать им форму, но при этом они к коже, лица не прилипнут, знаете, таким мертвым слоем. Нет, они достаточно будут эластичны, но будут держать форму. И карандаш не течет от того, что жарко, или от того, что вы будете, например, вот склоняясь над каким-то документом, задумчивость, думать, ну что же тут понаписали? Вот от того, что вот так рукой сделаете, ничего не будет. Карандаш не уедет. Тоже такое замечательное и универсальное средство. Здесь легко понять, то есть если ваша подруга брюнетка, то здесь все ясно, а если у нее русые волосы, рыжие волосы, то здесь, конечно же, коричневый вариант. А набор теней для макияжа. Здесь тоже вы можете определиться по тому колориту, который обладает ваша подруга, но тоже такой, такие цвета, которые позволяют сделать полноценный макияж. То есть можно сделать смоки айс, можно сделать просто переход от темного к светлому. Можно в любом случае сделать, использовать только один какой-либо цвет для акцента. В общем, других приспособлений для того, чтобы сделать акцент в глазах, и не потребуется. Ну и, конечно же, питательная жидкая помада Actin. Здесь тоже выбираем по тем предпочтениям, которые есть у вашей подруги. И в бой, и в путь. Ну, на самом деле, составить декоративный набор косметики здесь, по вашему усмотрению, у нас много чего для этого есть. И подводки, которые точно так же вы можете оценить, пользуется подводкой, не пользуется. Тушь на выбор. Можно помады дорогие, такие элитные, Viva Italy, например. Можно блески для губ, если это для девочек. Можно добавить диди-тональное корректирующее средство Кушон. Все можно, здесь вариаций очень много. Ну и, конечно, не осыпается... А, вы про тушь? Ну, у меня нет. У меня нормально все не осыпается. Но я все равно раз в день, если я с утра при макияже, то раз в день я все равно макияж поправляю. И под глазами тоже в том числе поправляю. Но так я не замечала, чтобы осыпалась особо. Нет, вроде не осыпается. Ну и, конечно же, у нас есть огромное количество серий. То есть мы говорили про наши наборы, например, набор для ухода за волосами Камелия. Он как набор полноценный, красивый, эффектный. Можно подарить, и будет приятно человеку. Можно подарить средства для ухода за руками. Например, набор бразильский банан. Классный, эффектный, красивый, функциональный. Можно подарить серии косметики. Ну, Фукаидан, про нее уже сегодня говорили. Здесь, конечно, можно под разные нужды продукты разбивать, но, как говорят врачи-косметологи, как говорит конкретно Алла Аникина, сегодня мы ее уже упоминали, лучше продавать, когда вы, допустим, продаете, если вам человек говорит, мне вот лучше из этой дорогой серии, но один крем, мне вот... средства для умывания, тоники, маски. Мне вот этого ничего не надо, вот этот крем дорогой. Вот лучше тогда всю серию, но подешевле, если человеку неудобно. Потому что продукты должны работать серией. Потому что каждое предыдущее закрепляет действие следующего. Потому что это все равно многоэтапная система. То есть нужно кожу очистить обязательно, обязательно. Нужно тонизировать обязательно, обязательно. Для того, чтобы подготовить, для того, чтобы восстановить pH-баланс, для того, чтобы подготовить ее к крему. Маски и все-все-все средства серии, они улучшают действие друг к другу. Они не случайно, они не просто так придуманы. Поэтому, если дарить, то дарить серию. Вот это вот дорого, вот это вот классно, вот это вот точно запомните. Серия в Кейдан. Я, единственное, что я могу сказать, что я пользуюсь не этой серией, но из этой серии я обожаю маску для шеи. И зон декольте. Ну, я использую ее не как маску, я использую ее зимой как ночной крем. Мне очень нравится эффект, мне очень нравится, как моя кожа на это реагирует. Если у вас, у ваших знакомых, у ваших клиентов такая сухость, обезвоженность кожи лица, то курсом на 10 дней можете маску эту рекомендовать. А так она наносится, конечно, не каждый день. Но здесь по тому, как реагирует кожа, по тому, как реагирует она и радуется. Конечно, наша легендарная серия Snail Secret.
где главным эмульсирующим компонентом у нас выступает муцин улитки. Те, кто знает, тот поймет, кто не знает, тот сразу влюбится. Мне кажется, что не существует людей, которые бы в крем для лица с муцином улитки не влюбился бы. Как говорит моя мама, мне, говорит, вода для лица кончилась, она все время забывает название, вода для лица кончилась, ты мне, пожалуйста, очень-очень нужно, лицо мое пить хочет. Вот это вот про этот крем абсолютно точно, это водой лицо напоить, а увлажнение нужно абсолютно любой коже, всегда. Серия Марин Коллаген, эффектная, красивая, для таких элегантных, статусных дам. Ну, Женфей Перфект. В принципе, любая серия на ваше усмотрение. Давайте ваши вопросы, которые есть, и можем еще раз слайды по порядку с первого пройти и буквально по несколько секунд задержаться, если вдруг вы хотите сделать скриншот экрана. Совсем скоро, в ближайшее время, запись появится на нашем канале на YouTube. Там вы можете смотреть записи всех вебинаров. Просто в Ютубе набираете T&D, название своей любимой организации. Первое, что вам в раздаче будет, это официальный канал T&D. И там вы выбираете вебинары по продукции. Они в хронологическом порядке идут. То есть тот, который у нас сегодня, он будет стоять первым, и по убыванию. То есть вы будете смотреть, какие были предыдущие. Если вы пропускаете вебинары по какой-либо причине, обязательно смотрите в записи. Много интересных, много, знаете, вот бывает, стоит вебинар смотреть ради какой-то одной фразы, которая у вас вдруг отложится, возникнет тысяча идей и много разных планов. Так, ну, я смотрю, что пока комментариев нету. Комментариев нет. Ну, давайте на всякий случай сейчас по порядку. На 14 февраля ароматы. Прекрасный подарок для самых близких. Валюта плюс саше. Мишка. Да, это варианты, которые можно сразу предложить клиентам. Наверняка у вас есть люди, которые говорят, я не знаю, что такого подарить. Вы вроде, с одной стороны, хочется что-то эффектное, да, а с другой стороны, я этого человека не так уж сильно знаю, что, а с третьей стороны, и не подаришь же всем, не потратишь же на подарки всем огромные средства. Поэтому здесь вы можете подсказать. Так, Мишка, ну здесь и для женщины любимая, как дополнение, и для ребенка будет отличный вариант. Так, первый слайд. Давайте так, по 3-4 секунды, потому что если будем задерживаться дольше, то я вебинар по второму кругу проведу. Первый слайд, движемся дальше, да? Нормально? Успеваете? Валюпта плюс Саша. Так, крем-маску для декольте, знакомая заказала из серии Фукайдан, крем-маску для декольте. Вы знаете, с возрастом, ну, это проявляется не только на возрастной коже, но с возрастом обезвоженность сильнее. Ну, чуть-чуть сильнее, а у кого-то ее не чуть-чуть, кожа сохнет. Поэтому эта маска точно будет таким приятным подспорьем. Тем более для в такой неприятный период времени. Если кожа у нее обезвожена, то рекомендуйте ей хотя бы 10 дней использовать на ночь лучше. Чтобы поработала кожа, чтобы макияж сверху никакой не наносить. Если нормально все с кожей, ну, то есть внешне это не выглядит, как будто там какое-то шелушение, есть обветренность и другие моменты, то, извините, я просто отвлекаю слайды, переключаю, то будет достаточно 1-2 раза в неделю. Так, движемся дальше.
Ну, фруктово-ягодное ассорти тоже, видите, сколько раз, два, три, четыре, пять, пять таких продуктов, и поменьше, и побольше, и полноразмерный, и вот такой набор по цене каталога, напоминаю, 844 рубля. Ну, класс, класс. Так, вариант шарлотка. Один из моих любимых вариантов, потому что такой запах у этого геля для душа, конечно, сумасшедший крем-гель для душа. Просто действительно сразу хочется уюта, тепла, обнимашек, горячего чая. Классно. Чайная церемония и чайная церемония люкс. Успеваете? Лаванда. Сюда же к этому набору мы можем добавить, точнее, этот набор мы можем добавить к лавандовому мишке, и будет тоже так эффектно. Тем более помним, что лавандовый мишка, он в таком красивом лавандовом пакетике из органзы. Туда все вместе положить будет просто супер. Для лучшей подруги у нас средства, конечно же, антицеллюлитные. Тем более, видите, все, это по каталогу, три продукта по каталогу. По цене каталога получается 1169 рублей. То есть помните, что у вас есть еще скидки. Идеальная фигура, здесь уже такой полноценный набор всех-всех-всех средств для борьбы с целлюлитом. Не оставить ему ни единого шанса. Набор «Любимая женщина». Здесь и дорогой парфюм, и дорогое средство для ухода за кожей. Видите, наверное, корректирующее средство Кушон. Понравится женщинам 100%. Набор «Визитная карточка». Ну, здесь наши ручки, здесь кожа рук и кожа кутикулы. Набор «Ручная работа». Здесь два варианта. Побольше и поменьше, при этом вы очень существенно экономите, и призываю вас вот с точки зрения посмотреть, где вы как можете расформировать наборы для того, чтобы сделать несколько, добавив два каких-то, допустим, продукта, сделать несколько наборов, каждый из которых будет просто шикарен. То есть вот эти три, четыре средства у нас, все, что идет для ногтей и ухода. За ногтями у нас идут по акции. И плюс солнечный оливковый крем для рук. И вот таким образом мы разъединяем на два наборчика. Так, дальше. Здесь бархатные ножки, крем для ног, солевая ванна для ног и роликовый массажер. Тоже шикарно. Совершенство кожи. Здесь мицеллярная вода, наш кушон и маска для лица. Здесь у нас морской бриз, тоже морская тема, CC крем, плюс бальзам для губ серии Фукоидан и масочка для лица водоросли океана и морские водоросли, соль для тела. Еще один вариант идеального маникюра, опять же мы берем акционное предложение, добавляем сюда косметичку, которая является и таким органайзером для всех этих средств. Сюда уже может человек положить и ножнички маникюрные, какие-то и пилочку, если кто-то добавит ее в качестве подарка, либо есть. И плюс это такая, знаете, интересная упаковка получается, два в одном. И косметичка, и упаковочка для этих продуктов. Солнечное затмение и солнечное затмение мини. Здесь у нас молочко для загара, здесь у нас соль для того, чтобы подготовить кожу. И здесь уже от соли зависит цена набора. И здесь три бальзамчика талисман. Талисман будет ухаживать за кожей после загара. Вау-эффект, видите, здесь всего 709 рублей. А столько продуктов. И, конечно же, это вау-эффект. Для маленьких принцесс набор Baby Bumble у нас получается. Юная красавица. Это здесь парфюмерная вода для девочек и бальзам для губ малиновый щербет. А можно объединить два этих набора и просто получится настоящая сокровищница. Девчонки оценят. Ну и, конечно же, для молодых девушек, уже барышень, очарование молодости такой. Набор средств по уходу за кожей лица классный. Можно и чуть поскромнее, но тоже не менее эффективный в мини-варианте. Здесь у нас маска для лица, гель для умывания и спонж. Ну и, конечно же, набор декоративной косметики. Здесь можно сочетать как угодно. Вот один из вариантов Beauty Box «Магия взгляда». И, конечно же, наши серии. Здесь вы можете либо всю серию полностью, либо какие-то из средств, но я все-таки за всю серию. Мне кажется, так эффективнее. Ну что, вопросов вроде бы нет. Большое спасибо, что были с нами. Поздравляем вас со всеми наступающими праздниками. Увидимся с вами в следующий раз. Получается, 14 февраля, в день всех влюбленных. Ну, днем пообщаемся, а вечером, конечно, всем будет приятно провести время.
Спасибо большое, что были с нами. Всего хорошего.